Дорогие ветераны, уважаемые жители города, сердечно поздравляю вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. День Победы – самый светлый, дорогой и любимый праздник. Это радость мирной жизни для миллионов людей. Это гордость за ветеранов, чье мужество и доблесть составляют славу Отечества. Это победа, которая и сегодня дает нам силы преодолевать любые вызовы и испытания. Во время войны жители Куйбышева сражались на всех фронтах. Наш город был запасной столицей страны. Здесь решались важнейшие дипломатические и экономические вопросы. Работали заводы, оборонные предприятия, авиационная промышленность. Именно в Куйбышеве было выпущено более 35 тысяч боевых штурмовиков Ил-2, которые сразу отправлялись на фронт. В нашем городе была написана и впервые исполнена знаменитая 7-я симфония Дмитрия Шостаковича. Почти в каждой самарской семье есть своя личная история, связанная с событиями военных лет. Наши герои и память о них всегда с нами. Поэтому мы бережно храним медали и военные фотографии наших родных. Рассказываем детям истории их подвигов и испытаний. Заботимся о ветеранах, сохраняя мир в своих семьях и в нашей стране. В этом году мы не сможем лично поздравить и обнять наших ветеранов, наших героев. Мы бережем их здоровье, бережем каждого. Но мы обязательно сделаем это, как только появится возможность. Обнимем и передадим все теплые слова и добрые пожелания от каждого жителя нашего города. Пусть благодарность и память о подвиге наших дедов и прадедов живут в наших сердцах. Всегда передаются из поколения в поколение. В этот праздничный день я от всей души желаю вам мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С Днем Великой Победы!